Всем привет! Видео начинается с квеста «Найди парковку». Это еще тот квест Витали. Итак, первая попытка, естественно, неудачная. Ищем дальше. Смотрите, какая красота тут открывается нам. Итак, мы практически в центре Сиены. Смотрите, здесь сейчас немного города, потому что я думаю, остальную часть видео я буду, как всегда, делать в темноте. Церковь Санта Катерина. Итак, всем привет. Официально наши три попытки провалились абсолютно парковаться, поэтому муж нас высадил сюда. В общем, сам поехал искать парковку. Найти парковку в Сиене — это что-то нереальное, ребята. Боже, надеюсь, найдет, потому что, ну, ужас, ужас. Очень много машин, очень много народу. На меня не обращайте внимания, я простывшая, слышите голос, не скрыть этого, но заложен, но болеть дома не получается, потому мы опять сегодня, как в другой раз, по делам, дела запланированы 2 недели вперед, поэтому хочешь не хочешь, придется ехать, в каком бы ты состоянии не был. Ну, я бодрячком, единственное, что горло, нос все заложено. Девчата, внутри нельзя снимать? Мы были, посмотрели, холодно очень. Церковь называется Базилика Ди Сан Доменико Катеринае. То есть святая здесь Санта Катерина, здесь как раз хранятся даже ее палец. Вот. То есть, если я не ошибаюсь, это покровительница Сиены. Попытаюсь показать хотя бы дверь вам. Боже, как высоко. Сегодня не в очках, в линзах. Мне как-то плохо видно в них. В центр Сиены. Далее там центральная остановка автобуса. Можно с автобуса пройти вот так, в ту сторону, либо вот отсюда, с этой улицы. Снимаю через стекло. Говорю тихо, потому что тут нельзя громко. Мешаю. Я такого ракурса еще не видела. Очень красиво. Старинные улочки Сиен. Вендоно, трипло прицо. Так, ребята, ну раз мы в Сиене, что же здесь может быть? Панфорты, конечно же. Типичные сладости. Кантуччи, конечно же. Все это типичные сладости Сиены. Ну, естественно, ричарелли. Пичи, паста Сиены. В принципе, на одной маленькой витринке можно видеть все достопримечательности вкусовые, съедобные Сиены. Господи, телефон без стабилизатора, вообще невозможно идти. Невозможно. Мы подошли к площади Монте ди Паскуэ, где находится старинный банк. Самый, наверное, старый в мире банк. Я уже рассказывала в прошлом году, делала видео. Поэтому можете посмотреть за прошлый год. Здесь у нас получается на углу магазин Кико. Площадь, конечно, очень красивая. Единственный, кто носится как цайгак, а нет, еще один цайгак есть, это мой младшенький. Здесь люди есть, не все смотрят. Футбол сейчас идет как раз в этот момент. Финал Аргентина-Франция, уже 3-3. Но смотрю, кого-то мало волнует. Есть люди наружу.
bambino dietro. Магазины, в которые я не могу даже войти, потому что тут даже если носочек купить, мне не хватит денег в мире. В общем, снимаю вам витринки, вы не против. Я же смотрю, да, где вязано, вижу все, смотрю, я смотрю идейки. Очень интересно иногда бывает. В прошлый раз, где мы были, я не помню, были очень красивые идеи свитеров, но не могла снять, потому что упился, ворот постоянно. Помните, что такое зачем? Бар. И, естественно, мы подошли к бару знаменитому Нанини. Витрину Нанини, конечно, грех не посмотреть. Видите, здесь представлены все сиенские сладости. В этот раз минимализмом они ограничились. Но, тем не менее, по экземпляру всего есть. Сиенские ричарелли, гигантские, конечно, нестандартный размер. Кантуччи и панфорте. Ну, естественно, панеттоне, но это всеобщее итальянское. Я снимаю практически каждую витрину, потому что каждая по-своему хороша. Отстаю от мужа и ловлю себе уже недовольные взгляды. Аква де Лельба. Очень классный парфюм. С острова Эльба. Не могу вам показать внутри, но там все завешено красным нижним бельем. Вы уже знаете почему. Ну вот как тут можно пройти и не снять? Невозможно же. Красота необыкновенная. У нас венки. Буду показываться. Ой, как всегда, меня смешит, не могу. Керамика во всей красе. Ребенок увидел, рвется, его держит насильно. Ой. Кэнди. Античная другерия. Другерия? Другерия правильно называется. Видите, какая красота. Старинная, историческая. Панеттоне. Ну, естественно, в преддверии Рождества. Витрины, конечно, необыкновенной красоты. Украшены со вкусом, естественно. Как и все в Италии. Естественно, панфорты различные, красивые. Я надеюсь, мне YouTube за такие бутылки не забанит. Это не я так придумала. Это небольшой ресторанчик. Дед Мороз. Бабу Наталью у нас называется. Почти моего роста. Ну и здесь у нас... Так,
машина полиции едет, не знаю. Ну, объедет, ладно. Здесь у нас дома Ди Сиена. На мой взгляд, одна из самых красивых церквей в Италии. Я не буду здесь, наверное, сильно останавливаться. Я уже делала видео ровно год назад практически. Вы можете посмотреть. Красота необыкновенная. Очень много лепных элементов резных. То есть рассматривать можно очень долго. И она не совсем симметричная. И слева и справа разнятся рисунки. Очень красиво. Хотела не снимать много, но не могу. Извините. Мы позади дома, гигантская лестница, на которую упала святая Катерина и выбила себе зуб. Вот такая история. Обратная сторона церкви тоже красивая. Не так, конечно, украшена, как фасад, но тем не менее. Еще одна красивая витринка. Господи, какие тут магазины. Тут там у нас любитель медной посуды. У меня есть такие. Красота. Шоколад. Как мне нравятся вот эти вот магазинчики, которые полностью из дерева. Это же вообще какая красота. Видите, есть второй этаж, лестница винтовая на второй этаж. Темно, не видно, выключен свет. Магазин парфюма. Боже, красота, конечно. Ну, естественно, не могло не быть здесь у нас видео Пьяцца дель Кампо. К сожалению, видите, все выключено, подсветка в этом году. Первый раз выключено. Кризис, ребята. Какие пальтишки. Класс. Красиво очень. Обратите внимание на вот эти вот отверстия в стенах. И они в старых домах, вот таких вот строениях, старинных-старинных, повсеместно. Вы знаете, зачем это и почему? Ну, кто не знает, я так скоренько объясню. Раньше же не было лесов строительных, как вот сейчас там монтируют и карабкаются по ним. Поэтому, да, и в принципе, да, на высокие здания очень тяжело сделать такой высоты строительный лес, да. Поэтому сначала просто втыкались туда палки, и очень схематично рассказывал. И потом прям на них уже леса как бы наводились. В общем, видите, так что эти отверстия имели большое значение. Если сейчас вы разглядите в темноте, сколько этих дырочек, этих отверстий осталось. Дерево, естественно, вынули, а дырки остались. Но их и ничем не заделывали. Площадь живет свою жизнью. Рестораны. Но наполовину полны. Не у всех кризис в кармане. Ну вот, башня
выключен свет. Вот так. Так, ребята, оказывается, я думаю, говорить не могу, господи, горло это. Почему выключен свет? Спектакль. Это Санта-Катерина. E questi acciari colti, un ben comune per noi signori si fanno. Фанаты футбола вышли, орут. В общем, история рассказывает историю. Такая, как она есть, без прикрас. С войнами, с грабежом. Per volere il ben proprio in questa terra sommesse la giustizia a tirannia. К сожалению, один проектор не работает, третий справа. Вообще очень красивый, очень интересный эффект. Закончилось. Непонятно, кто выиграл в футболе, в общем, ну народ какой-то там празднует. Причем к Италии никакого отношения не это не имеет, потому что кто там была? Франция, Аргентина. В общем, девчонки, зря я думала, что это кризис, оказывается, не все так плохо. Я надеюсь, что была выключена вся подсветка из-за того, что вот, ну, в определенные часы проектируют, вечерние часы, да, проектируют вот эту вот историю. Историю и хорошего, и плохого гуверно, как по-русски, правительства, да. Это одна часть просто итальянской истории. И здесь подсветка внутри тоже выключена, но здесь-то нету проекции. Боже, нет, не хочу. А такой кризис. Девчонки-вязальщицы, нашла вам еще один джемперочек вязаный. Интересный. Магазинчик продуктовый. Прилавок сегодня пустой, вкусняшек нет.